Что это за странный запах? А, ну да, свежий воздух. Хотел бы я спокойно погулять на природе, но этот костюм тянет меня в город. У меня от него мурашки по коже. И вовсе не от восторга. Ладно, надо сосредоточиться. Этот волшебный камень где-то рядом. Ага, кажется, нашел. О, да, это же знаменитый паучишка. Чувак, умоляю тебя, надень штаны. Никому не интересно твое хозяйство. Смейся, придурок. Видел, что я нашел? Как думаешь, что будет, если я его использую? Рынок акций упадет? Да, мои силы безграничны. Я могу впитать всю эту энергию. Энергия без границ. И все еще без штанов. Ну что ж, друзья. С вами Валерий. И мы продолжаем играть Паучка, разрушенные измерения. И хочу поблагодарить подписчика Валерия Останина за предоставленные превью к этой игре. Отличные превью он предоставляет. Спасибо большое, спасибо. Мне очень приятно и мне нравится, я думаю, остальным тоже. Ну что ж, давайте приступим. Мочить электро. Так. Грациозный походняк, конечно, у паука. Так, что делать? Так. Эти чуваки, они, получается, электрические. Ух ты. Электрические. Ну, хотя я вроде ударил сейчас обычной рукой. И как бы... Воу-воу-воу-воу! Получи! Ух ты! Машина-то откуда взялась? Так. Ребята. Я что-то пока не врубаюсь. Как... вас мочить. Что там было написано, я что-то пропустил. Блин. Окей, ладно. Так. О, открылось поле. Отлично. Получается, просто надо было чуваков убить. Окей. Я так предполагаю, эта миссия тоже будет состоять из преследования врага. Электро. Так. Ух ты! Током долбануло. Сам ты лузер, а? Что он сделал, я что-то не понял. Он сломал водяной насос. Спасибо за подсказку. Спасу и этих ребят. Простой геройский день. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Водить мирного жителя. И куда его? Так. Вон туда. Получается, его надо отнести. Воу-воу-воу-воу! Ладно, чувак. Первый раз не получилось. О. Так, отлично. Отлично, это мы сделали. Спасти одного из четырех жителей. Так. Они где-то там, наверху, что ли? Понятно.
Понятно, короче. Как и в Человеке-пауке Нуар. Нам нужно спасать мирных жителей. Так. А здесь где чувачок? Интересненько. А где все люди-то? Жесть. Вон они. Я и забыл про паучье чутье. Так. Не ори. В смысле? Так, отцепись от трубы. Тут еще и на время, короче. Отлично. Бежим к следующим. Так, надо действовать быстро, короче. Отлично, двоих спасли. Где еще? Так, иди сюда, под мышку. Отлично. Еще один. Еще один. Еще один. Сюда. Отлично. Короче, мы выполнили задание. Давай, крути колеса. Испытание громоотвод пройдено. Пускай у нас скопятся эссенции. Спасибо. Ну-ка. Что теперь? Что теперь делать? Надо... А, мочить электро. Ну давай, сразимся. Ублюдок. Просто долбить. Воу-воу-воу. Ах ты засранец. Получи. Воу-воу-воу-воу. Да что ты будешь делать-то? Паук, найди электро. Он должен быть рядом с генераторами. Окей. Вот так тебе. Короче, мочим-мочим его так. Воу, что-то новенькое. Отлично. Пускай там бесится. Свалил с генератора. А ты засранец, а? Что я буду делать? И я буду тебе морду бить. Засранец. Так, отлично. Так. Ничего отличного нет, короче. У нас жизней совсем... Ох, ты засранец. Жизни совсем мало. Так, набирает мощь. Отлично. Так, ну в принципе тактику мы поняли. Свалил. Ай.
засранец, а? Снова на арене. Отлично. Ну, чуть-чуть тебе осталось. Есть. Думаешь, ты самый крутой? Ну, раз уж ты напомнил. А ты знаешь, что тут стоит еще один, стоит еще один генератор? Чем больше энергии я собираю, тем сильнее становлюсь. Так, первая битва прошла. Теперь, я думаю, стоит ожидать битвы. Битвы, когда он примет эту скрижаль. Так, 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 твари, твари, твари. Воу-воу-воу-воу. Ребята. Сколько вас? Я что-то на минутку так подумал, что они бессмертные. Но нет. Красная угроза пройдена, испытание. Отлично. Словишь ящик? Нет? А, такой? Тоже нет. Окей. Отлично, выбежали на улицу. Снова красные враги. Еще тачка. Воу, какие-то зеленые. Так, 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 пошли вон. Пошли вон. Да отвали ты. Ох ты! Откуда тачки-то берутся? Непонятно вообще. Так, эссенцию. Надо взять. Собираю не все, короче. Ну, то, что попадется по пути. Ибо я как бы. Ну, не собираюсь сильно задрачиваться, так, чтобы собирать вообще все полностью на 100%. Так. Отлично. Так, зеленые готовы, да? Ух ты, какой-то фиолетовый. Какой-то новый. Ух ты, засранец. И как тебя? Ай, не успел. Давай-ка. Блин, засранец. А может тебя... А может тебя вот этими штуками? Ну-ка, лови. Лови. Есть, вырубили. Не такой уж и страшный. Я даже не испугался. Так. Он, ух ты! Два фиолетовых ублюдка. Эй, отвали! Прочь! Я сказал, пошли прочь, психи! Ох, я знал, что так и будет. Это все костюм. Надо снять его, пока я... Воу-воу-воу! Жесть, короче. Как... Так, режим ярости. Вы вошли в режим ярости. Когда индикатор заполнится до конца, выплесните ярость, нажав... Наверное, я предполагаю, это F. Индикатор заполняется в бою. Чтобы выйти из этого режима, нажмите F. Да, я так и предполагал. О, погнали. Симбиот... Симбиот дает о себе знать. Мне почему-то вот всегда нравился такой костюм. Я даже с удовольствием ходил на фильм «Веном». Воу-воу-воу-воу.
долго его ждал, короче, этот фильм. Да что ты? Почему не цепляется? Так. Короче, понятно, надо... Так, побыстрее отсюда, с этих проводов, короче. Ну-ка, побросал, да? На, держи. Этих зеленых надо для начала вынести. На летающей тарелке тут. А тебя вот так вот. Отлично. Да, 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 да. Давай уже сразимся. Что ты все сышь, убегаешь. Я так предполагаю, он сыт, когда страшно. Воу-воу-воу-воу-воу, нет-нет-нет-нет-нет, отвали. Пошел вон. Okay, I'm not gonna lie. I'm feeling pretty macho. Так, у нас накопилась ярость. Прибережем ее. Вот он, генератор, походу. Электро стал еще сильнее. Нападай, когда его энергетическое поле отключается. О! Поле отключилось. Бей его. А если так вот... Просто ярость. Не позволяй электростной силы за счет генератора. А как я... Как не позволять? Просто его долбить? Или как? Да, наверное, просто его бить. Сюрприз, мадафака. Где? Окей. А, ярости-то у меня нет. Ну где ты? Давай, попробуй, попади по мне. Ну-ка, если так. О, засранец. Надо ярость накопить. Засранец. А, включил, я не успел. Он включил свое энергетическое поле. Шизл, чизл, мызл. Так, ярость у нас накопилась. Ну-ка, давай. Отлично. Блин. О! Отвалите. Ну, чё ты не прыгаешь-то? Вот эти твари. Отвали. От генератора. Тварь. Так, отлично. Ну, как он стал делать. Так, повыпускал своих подопечных. Пошел вон. Ах ты, ублюдок. Валили. Да что ты?
Сколько вас? Ублюдки. Давай-ка. А, задел все-таки. Ничего себе. Тварь. Сейчас я тебя яростью-то нахлобучу. Ха-ха, допрыгался, кузнечик. Надо подзарядиться. Отдых и расслабление. Включаю телевизор и занимаюсь только с собой. Но это не твой случай, кажется. Так, оглушил электричеством, да? Снова преследуем. Он, кстати, еще камень не принимал на себя. Ух ты, тварь. Так. Так и знал. Да что ты? Пошли вон. Твари электрические. Псы. Долбаные. Свалили. Хватит летать. А снова по проводам, что ли? А, еще и там эти снайперы, или как их там? Ух ты. А туда вниз? Пошел вон. И тебе туда же. Ух ты, сколько вас тут внизу! Твари, 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 твари. Так, надо этих, которые наверху. Пошел вон. Да сколько? Там бессмертные, что ли, все? Бесконечные? Быстро. Так. Пошел вон. Так. Похоже, все. Похоже, с этими справились. А нет, вон еще бегут. А теперь все, да? Сейчас тачка поедет. 100%. Нет? Ну да, она поехала, только... Поздно. Поздно. Он запустил тачку. Воу! Так, снова. Шел. Свободен. Так. Свободен. И теперь с фиолетовыми. Как вам нравится это, ребята? Один готов. Второй готов. Ублюдки. Ах ты, засранец. Сидит наверху там. Пошел. Тебе туда же. Так, на всех хватит, короче. Ах ты. Лети. Так, все, зеленых этих нету, да? Фу, остались. Оу. Так, надо накопить, короче, ярость. А. Что происходит на экране, я вообще ни черта не понимаю.
Так, ладно, я понял. Ох ты засранец, а. О. У меня, кстати, ярость, она не полностью накопилась, а я ее включил. Ха, интересно. Как такое может быть? Паук, не допуская электро к другим источникам энергии. Да я знаю. А ты знаешь, что случится, если его не остановить? Световое шоу или что-то похуже? Гораздо хуже. Понимаю. Да-да-да. Так. О. Вот сейчас он... Просто сдавайся, Элект. Сейчас он камень использует. Это типа он подзарядился? Опять спасать. Ладно, проехали. Но если вдруг передумаешь, еще можно сдаться. Просто предложение. Остановить перезагрузку. Ха. Интересно. Так. Я тебя понял. Куда тебе надо отнести? Так, отлично. Где у нас остальные? Тут никого, да, нет? Оу! Отвалили! Отвалили от него. Его типа защищать надо? А потом к другим? Так, 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 свалили, свалили, вас слишком много что-то. Так, отлично. О, идем к следующему. Ай. Ай. Так, тебя куда? Давай, работай. Работай. Солнце еще далеко. Ну-ка. Где эти твари? А, или мне надо еще, да? Чуваков. Ау. Так, отлично. Мирный житель. А, вот. Двоих теперь надо спасать. Охранять. Да блин. Отвалили от него. Еще твари тут. Воу-воу-воу-воу. Пошел вон. Давайте быстрее работайте, ну. А, я свалился. Так. Я, короче, нехорошо свалился. Ну ладно. Все равно здесь внизу эти чуваки, которых надо спасать. А, жопу поджарил. Так. А здесь, наверное, надо будет... Блин. Здесь надо будет троих, наверное, спасать. Защищать. Ну, я так предполагаю. У нас там двоих. А, нет, тоже двоих, наверное. Да. Пошел вон. Даже. Нафиг. Разбежались. Не на того напали.
Точнее, не на тех. Так. Ты ублюдок. О! Синий, красно-голубой какой-то. Окей. That is something else. Есть. Похоже, все. А, нет. Еще волна идет. Отлично. Теперь к этому. Не подпущу. Отлично. Ну что, все там, нет? Ого-го. Я существо из чистой энергии. Без штанов. Теперь город, вся его энергия. О, ты не любишь дождь? Он безобиден, как и ты. Посмотрим, может мне что-то удастся с этим сделать. Не лезь к нему сейчас, он слишком силен. Найди другой способ. Воу-воу-воу-воу! Так, найти другой способ. Понятно. Понятно, надо, короче, дамбу разрушить. Оп. Отлично. Оп. Здорово. Молодца. Ну, какой-то несложный, да? Они сложнее, когда без камня. А тут просто такие огромные, устрашающие... Ох ты, засранец. Устрашающие. Но не... Вот это... А что делать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Электро разбушевался. А, короче, понятно. Он долбит. Он долбит по дамбе, короче. Я не вижу, с кем драться. Ну-ка, давай-ка еще... Еще несколько раз... По дамбе постучи. Молодец. Молодец. Воу-воу-воу. Да что ты? О! О, такой маленький промежуток. Так, иди сюда. Покажи свое лицо. Эй, крепыш, я плачу за выпивку. Вода. Это замыкание. Ты словно громом поражен. Вот поэтому не надо бросать тостер в ванну. Поздравляю, паук. Ты показал ему, что... Эй. Ну что ж, друзья, очередной злодей пройден. Вот. И на этом я буду заканчивать видео. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте.
А я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.